Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Alcatel 3T10. И сейчас я покажу вам, как включить настройки разработчика. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем об устройстве и далее проходим вниз и выбираем, видим номер сборки, нажимаем на него несколько раз. И вот таким образом у нас открылись настройки разработчика. Выходим обратно в настройки и видим, что здесь появляется еще один раздел, точнее, в системные настройки. Нажимаем настройки разработчика. И здесь у нас есть различные настройки. Можно что-то потыкать, понастраивать, но нужно быть аккуратнее, чтобы ничего не испортить. Если вы захотите отключить данный раздел, то убираете галочку вот отсюда, выходите, и он у вас пропадает. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.